Дорогие приморцы, дорогие земляки, наступает самый семейный, волшебный и любимый праздник – Новый год. Осталось совсем немного, и 2012 вступит в свои законные права. Эти минуты всегда самые трепетные и волнительные. И каждый из нас подводит итоги уходящего года для себя, своей семьи и своей страны. Естественно, думают о будущем. В уходящем 2011 году нам с вами удалось многого добиться. В крае построены новые современные дороги, жилые дома, детские сады и школы. Появляются новые отрасли экономики, а значит и новые рабочие места. То, о чем совсем недавно мы могли только мечтать, сегодня становится частью нашей жизни. 2012 станет для нас во многом решающим. Мы будем выбирать президента страны, а значит и курс развития России на ближайшие годы. Нам нужно продолжить движение вперед, сохранить политическую и экономическую стабильность, в которой мы шли так долго. Я знаю точно, что вместе с вами у нас все обязательно получится, и Приморье станет самым комфортным для жизни регионом, краем, с которого начинается наша Россия. Дорогие друзья, поздравляю вас с новым 2012 годом. Желаю здоровья, успехов и благополучия вам и вашим семьям. Я хочу, чтобы в каждом приморском доме была любовь, росли дети и был достаток. И пусть 2012 станет для каждого годом добрых перемен и исполнения наших самых заветных желаний. С Новым годом!